Привет, Дженнифер. А что ты делаешь? Рисуешь? Вау, здорово, красиво. Ничего себе, буквы пишешь. Да? Замечательно. Ну, посмотри сюда. Хорошая девочка? Да. Ну, молодец. А это наша семья. Вот мы фотографировались год назад. А это красивый осенний букет для моей женушки Лидочки. Вчера я его купил ей. Вот. Привет всем добрым людям. Сегодня у нас замечательное субботнее утро. Вот, и сейчас вышли на улицу. Здесь я вот подметаю. Вот видите? Вот деку подметаю. Ну вот одной рукой мне трудно подметать. Вот. Вообще я подметаю здесь, да. Но я хотел не себя снять. Заснять немножко. Я хотел ребятню заснять. Вон там. Сейчас я вам покажу. Они там домики себе строят. Интересные очень. Ну и просто прогуляться. Вот давайте вместе с нами прогуляемся. Ага, вот и Аленушка наша. Что у тебя за такие вот в руках штуковины? Грабли. Грабли и потом. И лопата. Все в труде, да? Сегодня осень. Немножко надо прибрать вокруг дома. Как настроение у тебя, доченька? Хорошо. Хорошее. Любишь осень? Ага. Как ты любишь осень? Покажи. Ого! Здорово. Ну, пойдем посмотрим, что ребятня наша вот. Это качели, которые дедушка сделал. Дедушка Валера. И вот детки катаются, его вспоминают всегда. Вот. Это дерево наше большое. О, сосед там траву косит. Наверное, его отсюда плохо видно. Он уехал. А вот наши детки здесь. Давайте пройдемся. Сегодня суббота, у них школы нету. И они здесь решили что-то сделать интересное. Ну, начнем давайте мы с наших девчонок. Привет, ребята! А что ж вы делаете-то здесь? Домик, наверное. Домик, наверное. Здорово, здорово. Так это получается... А, ты себе лук сделала, да? Ну ничего себе, Маргарита, здорово. Ага, сейчас мы туда придем. Кетенька, привет. Привет. Это лошадка. А ты катаешься на велосипеде, да? Да, это ага. Лошадка. Это лошадка ваша? Ага, ну пошла, пошла, пошла. Ох, и рядом индейец бежит с луком. Ну здорово, весело вам, ребята. Молодцы, вот так наши детки отдыхают. Ничего себе. Маргарита там натянула лук. Оба! Да, и вот даже они пять друг другу дали. Ладно. А вот более трудолюбивая девочка. Привет! Привет! Вы в индейцев играете, да? Оп, порвалась крыша у тебя. Ну ничего страшного. Вы в индейцев играете, да? Да. А, ты дом строишь? Угу. Здорово. Ну и как, получается? Да, вот здесь. А здесь у вас даже костер будет. И там будете жарить что-то. Ну, здорово придумали. Смотри, как красиво, а. Аж хочется прямо к вам в индейцы вернуться. О, ну и кого ты там застрелила-то, слука? Кто олень. Это? Это олень такой? Да. Здорово, плоский немножко, но ничего. Доченька, он, там гвоздики, аккуратно. Не уколись. Тащишь оленя, да? Ну, давай, жарь его там. Вот там. Сынок, гвоздики. О, пришел сынок. Сразу видно мужчина. Раз, гвоздики и заколотился. Спасибо, сынок. Здорово. Да, да, да. Сынок, а покажи свой дом индейский. Я Маргарите это построил. Ты Маргарите построил, покажи. Вау, как здорово, смотри. Ну давай, ты залази, а я тебя отсюда сниму. Вот Вова там. Привет, сынок. Вот наш костер здесь. О, у вас там даже костерчик есть. Ну, сынок, настоящие индейцы. Привет. Привет. Здорово. Красивый у тебя дом очень. Смотри, как ребята здесь отдыхают. Ты оленя своего на костер, да? Все. Будет жариться он у вас там. Все. Это ты его как бы это самое, да? Правильно. Так, ладно, ребята, здесь надо будет нам бумаги это сжечь скоро. Уже набралось много. Теперь ты с луком бегаешь здесь, да, Катенька? А ну давай. Раз, два. Опа, поймала? А, нет.
Нет, мимо, да? Сейчас. А вон Аленочка там. Аленка! Привет! Труженица наша, она там порядочек делает. Ага. Давай, Катенька, давай еще разок. Подожди, сейчас на твое лицо снять. Ты очень сосредоточен. Давай, раз, два. Ух ты, как! Чуть в меня не попало. Здорово. Но в людей-то не надо. Ну вот так наша детвора отдыхает. Суббота немножко, да? А мы вам покажем осень. Но то дерево сейчас желтеет. А вот наш клен уже весь желтый. Уже много листьев опало. Вон какой он красивый. Этот, а там солнышко светит здорово. Вообще мы очень любим осень. Осень – время для размышления. Вот, красивая природа очень. Прохладненько на улице, комаров нет. Во, какое красивое дерево. Здорово. Ну ладненько, вот так немножко просто показали мы, как проходит у нас субботний день проходит. Вернее, утро, детки отдыхают. А это наша малинка. Вот интересно, что уже сейчас октябрь, а малина вон еще есть, смотрите. Вот девчонки наши даже нашли. Покажи. Красненькие прямо ягодки, да? Здорово. Ничего себе, уже октябрь, почти середина октября. А малина вон, да-да-да, Кетенька. А я вам покажу здесь, здесь поближе видно. Во, настоящая красненькая малинка. Здорово. Вот как девчонки-то увидели малинку, а? Индейцы, привет, нравится малина? Да. После оленя-то хорошо малинку поесть? Да. Ну, Кэти ж оленя там пострелил, нет? Да, ну, мы не скушали. А, еще не скушали. Окей. А это наша березка. Но она не наша, соседская, но рядом с нашим домом. Мы иногда фотографируемся рядом с ней. Она напоминает нам о нашей земной родине. Украина, Россия, Молдавия, Эстония. Люблю березку русскую. То светлую, то грустную. Ну вот, такая березка у нас рядом с домом. Вон там белка бегает по дороге. Вам, наверное, плохо видно. Да. А это наша улица. Тоже сейчас уже деревья облетают, желтые листья. А вот наша березка, она уже все, тоже облетела почти. Ага, вот домик наш с машиной. А это Лидочка когда-то садила цветочки. И вот они выросли, как раз красиво. Они такие осенние цветочки. Вот. Расцветают, желтенькие, красивые. Вот я уже хотел домой зайти, а потом вспомнил, что здесь яблонька наша. Вот яблочки уже все опали, но я не знаю, видите вы или нет. Эта камера не приближает, поэтому только так могу показать. Вот яблочки еще есть немножко. Так что на пирог яблочный хватит. Вот такая наша жизнь здесь, в Висконсине. Ну ладно, друзья, спасибо, что были с нами. Вот немножко мы прошлись вокруг дома, показали вам субботний день, утро, когда детвора здесь немножко отдыхает, вот, играют. И мы немножко отдыхаем, 5 дней на работе, а вот суббота есть возможность немножечко отдохнуть. Да все, слава Богу, спасибо вам, что вы с нами. Подписывайтесь, кто еще не подписан на наш канал. Мы будем вместе дружить потихонечку. И вот детвора наша там отдыхает, немножечко играет. И вам всего доброго, светлого. Вот мы желаем от всей нашей семьи. До встречи, до новых видео.